Такое блюдо можно приготовить на обед, на ужин. Все перемешали и в духовку, и можно заниматься своими делами. Можно подать со сметаной. Один недостаток есть в этом блюде. Остановиться невозможно. Вкусно! Капусту нарезать вот так мелко. Так как я использую старую капусту, обдаю ее кипятком и оставляю на столе постоять минут 10. Если вы будете использовать молодую капусту, ее кипятком заливать не нужно. В яйца добавляем соль. Приправы добавляйте на свой вкус. Я добавляю хмели сунели, перец черный молотый и паприку сладкую. Сметану можно заменить на майонез, томатный соус или томатный кетчуп. Добавим немного воды и все хорошо перемешаем. Капусту откинули на дуршлаг. Добавляем мясной фарш. У меня смешанный. И все хорошо перемешаем. И все хорошо перемешаем. В форму добавляю 3 столовые ложки растительного масла. Промазываем дно и стенки. Закрываем сверху фольгой и ставим разогретую духовку до 230 градусов на средний уровень. В моей духовке запеканка готовилась 40 минут. Готовьте на здоровье! И будьте здоровы!